С каждым годом желающих сдать кровь становится больше. Ежедневно центр посещает до 150 человек. Среди пришедших есть и так называемые новички, и те, кто ходит сюда как на работу. К примеру, этот мужчина – почетный донор, приезжает в Нижнекамск из Заинска. В этом году такой же статус, как у него, получили 36 человек. Всего у нас в городе проживает 1533 почетных донора. Мне уже как бы 60 лет, будет скоро 61, но я все равно уже хоть почетный, я все равно приезжаю. Ну, для себя оно полезно, для здоровья. Ну и так, кровь нужна. У меня редкая группа крови, первая отрицательная. Центр переливания крови обслуживает не только больницы Нижнекамска. Кровь поставляют еще в 3 соседних района – Заинск, Чистополь и Новошишминск. Сейчас в центре переливания крови готовят запас на новогодние каникулы. Принимаем всех, у кого нет противопоказаний для сдачи крови. Всех приглашаем для выполнения своего гражданского долга. Мы очень рады, что приходит молодежь. Мужчины за год могут сдать кровь 4 раза, женщины – 3. С начала года центр посетило более 6 тысяч человек. Сегодня кровь сдали 60 доноров. 16 человек прошли процедуру впервые. Было собрано еще 24 литра компонентов. Вера Муратова, Фахри Исламов, Новости НТР.